Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вот такой циферблатик сможете приобрести в описании видео, с ним есть бонусы, так что читайте там внимательно. Также, дорогие друзья, в описании есть видео-ссылочки на Telegram-канал, WhatsApp-канал и Viber-канал. Там все самое интересное, особенно в Telegram. Проходите там и т.д. и т.п. Так, недавно я шорс выпускал о том, что появился уже официальный WhatsApp. Вот он. У меня он стоит, дорогие друзья, уже, пожалуйста. Я вам покажу сейчас, как он работает, ну а потом о том, как это чудо активировать. Вот, видно все чатики, пожалуйста, которые у вас есть тут. Все, что есть, у вас здесь будет отражаться. Приходите уведомления, если, конечно, вы дадите разрешение в Galaxy Wearable. Что у нас тут есть? Фотографии, но они не увеличиваются. Вот они вот как есть, так и есть. Если вам отправили уведомление голосовое, то, пожалуйста, можно его прослушать, можно прибавить звук, пожалуйста, данного приложения, да, вернее, аудио. Ну и все, больше не удалить его, ничего не сможете, только скорость увеличить до 2% можно. Скорость для двух раз. Дальше, пожалуйста, написать сообщение на клавиатуре вы тоже сможете без каких-либо проблем, либо быстро вот отправить сообщение, а также смайлики тоже здесь присутствуют. Далее можно голосовое записать сообщение, естественно, предварительно дав разрешение, и, пожалуйста, пишите, отправляете, нажали вот на эту вот штучку, дальше идет запись, и отправить, либо удалить. Когда вы отправите уже записанное, вы удалить его с часов не сможете, только со смартфона. Зайдете и сможете удалить. Все, прикрепить сюда какие-то фотографии или еще что-либо вы не сможете. Здесь есть ссылочка дальше открыть на телефоне и участники, посмотреть, кто участники. Все, абсолютно более ничего. Вот, допустим, вот здесь я могу все посмотреть. Участники чата, пожалуйста, и настроечку сделать без звука. Вот такое вот уведомление. Это бета-версия. Естественно, она будет, возможно, еще какие-то улучшения там, прежде чем этот релиз запустится. Также, дорогие друзья, WhatsApp можно установить на несколько часов. Ну, допустим, у меня к моим вот к этому смартфону, с которого я сейчас пишу, подключены Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4 именно. Я смог установить WhatsApp и сюда, и сюда, и он работает прекрасно. Это у меня LTE-версия, естественно, она работает независимо от смартфона. Это без LTE-версии, но тоже может работать независимо от смартфона, и в том числе WhatsApp, да, если будут они подключены где-то к сети Wi-Fi. На Huawei Watch 3 мне не удалось этот WhatsApp установить, не встает он. Что еще хочу сказать по установке. Устанавливается этот WhatsApp вручную и долго, минуты 3-4. Поэтому наберитесь терпения и ждите. Ну ладно, теперь уже точно к установочке. Ну что значит, ребятушки, с чего мы все начинаем? А начинаем мы, значит, в описании видео будет две ссылочки. Одна на WhatsApp для смартфона, это именно бета-версия, которую нужно установить на смартфон. Ну, обновить, другими словами, просто нажали и обновили. Не надо удалять старую версию, просто обновление, оно встанет без проблем. Вторая версия, вот эта вот вторая версия, именно, видите, подписано Wear OS, это для часов. Как устанавливать на часы данное приложение, я показывать не буду в этом видео, потому что в моем видосе, вот вы зайдете под это же видео, ниже туда пройдете. Вот здесь, смотрите, есть много ссылочек. Первая ссылочка, как удалить, установить, извлечь приложение там, в АПК формате на часы, на Wear OS. Все, нажали, прошли, пожалуйста. И здесь подробная инструкция, как можно удалить приложение с часов, как его можно установить или извлечь просто с часов Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4, Huawei Watch 4 и других часов на Wear OS. Все без проблем. Здесь в каком-то вот времени я тут показываю, как это сделать с ПК, с компьютера, короче, другими словами, да. Другая же ссылочка чуть ниже, вот,
установить приложение Циферблат игру ВПК на Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4 и часов Wears с телефона. Прошли? Здесь все есть, пожалуйста. В описании же этого видео есть подробное описание, где скачать какое приложение, вот скачать само приложение для того, чтобы установить и так далее и тому подобное. Все скачали, посмотрели, установили. А уже потом переходим с вами ко всему остальному. Сразу говорю, приложение устанавливается на часы минуты 3-4, оно большое, 70 мегабайт, поэтому не торопитесь, не кипишуйте, просто ждите. Когда она установится, следуя инструкциям тем, которые даны. И после того, как вы это все дело установите, мы переходим с вами к активации уже на часах. Погнали! Ну все, ребятушки, установили, значит, мы с вами WhatsApp-чик. Теперь смотрите, наши часы обязательно должны быть подключены, как полагается, по Bluetooth к нашему смартфону. Где у нас WhatsApp? Именно где у нас WhatsApp? Потому что здесь вход именно вот такой. Все, запускаем мы с вами WhatsApp на часах и ожидаем в этот момент, обращаем внимание на наш, значит, с вами повторить. WhatsApp у нас должен быть запущен, кстати, на часиках, на смартфоне, точно, обязательно, вот так, видите, я не запустил изначально, и проблемка появилась, все, видите, вверху всплывает уведомление о подключении устройства, все, мы нажимаем на него, здесь вы пытаетесь связаться, да, подтверждаем, входим и теперь вводим вот этот вот QR-код, вернее код 58WS6HGY и ждем, когда наши часики прогрузятся. Все, загрузка чатов происходит. Вот таким вот образом. Сейчас они загрузятся. И все. Загрузка чатов. Ну, это время какое-то занимает, как вы видите, да? Все готово. Теперь мы с вами можем запускать. Пожалуйста, вот они прогружаются, наши все чатики. Ну, это происходит вот таким вот образом. И все то же самое, если у вас есть вторые часы, можете подключить, если они у вас привязаны к этому же телефончику, также прикрутить их и активировать без каких-либо проблем. Ну, вам же напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Вот такой, кстати, циферблатик можете купить. Если что, в описании видео ссылочки. С ним есть бонусы. Пока, подписывайтесь.